Я вернулась. Та-дам. А ну все, просыпаться, всем просыпаться. Продолжаем с вами рубиться в Майнкрафт. Да, ну поздоровайтесь. Давайте. Так, всем. Чё сказал? Замутать тебя надо на стриме. Чё сказал? Надо меня мутать. Ты чё? Ты чё? Я уже замутил. Угу. Ага, вот я тебе тогда не добавлю на стрим, раз ты замутан. Что я тут делаю? Вопрос. Короче, челики, вот эти вот челики, куда-то вот отправились. А вот теперь я где нахожусь, я не знаю. Куда-то просто в 2 метра от дома отошли, куда-то. Это было на моем стриме. Почему я тут появилась? Так я тебя телепортировал. Понятно. Ты там была у дома, у старого. Короче, смотри, тут какой-то кобздец. А где все люди уже? По домам сидят. Там ночь была, я день сделал для тебя. Ага. А где люди-то, блядь, штабелями должны лежать? Ты ночь сделал для меня? Это не ночь вообще-то? День. Не надо, день. Доброе утро. Капец, тут много всего. А где вы? А я, ну, главный дом самый большой. Я не знаю, какой из этих домов он самый большой. Он самый большой. Он огромный. Он пиздец гигантский. Тот, который с мельницей наверху. Да. Я, если что, вон, я вижу тебя. О, котик бегает. А, чао, стрим, мне включать? Или мы не сможем? Бля, надо потестить, на самом деле. Давай на next стриме. Ну, я вне стрима потестирую, ладно. Как работает. Ты так... Да, чат, если что, этот сервер уже сервер. Он да, стоит. Да, это на уже хосте. Сервер, и у нас теперь есть где-то 2 РФ, но я не знаю где. И он молчит. Торговец пришел под землей. Как обычно. Ты... Дварф под землей. Дварф копает. Карта. Вадик, ты мне свое лицо скинешь, чтобы ты был на стриме или где пофиг. Да, сейчас подожди, пока торговец не ушел, я куплю у него товары. Ладно. А что у него такое? У него радужная береза. Где, прикинь, где я не знаю, что это. Вот, вот это? Торговец. На улице. Не... А, вот этот, который. О, пихта. Карта как с ним цветочного леса. Правая кнопка, пустой рукой надо, не оружием. Банан. Что это? Дюнная трава, кустарник, кактус, пихтовая саженец, радужная береза. Вот, я радужную березу посадил и пихту. Пусть растет. Береза. У меня нету этих изумрудиков. Я могу скинуть тебя. Можешь поторговать. Да чё мне с ним торговать? Ачивку получить. Если что, это новый персонаж у тебя. Это ты, но не ты. Угу. Потому что то был локальный персонаж, а это именно сервер персонаж. Та-дам! Ура. Бля, чё ты... Слышишь, на стриме не очень приятный FPS. Что ты мне предлагаешь? Не знаю, просто говорю тебе. Скорее всего, из-за того, что опера включена. Нет, она выключена, скорее всего, из-за того, что я записываю видео. А, ну ты еще и 2 игры запускала до этого. Так-то. И что, мне теперь не играть? Да не играть, что-то. Выгоняет уже, я только пришла, да, он уже говорит, что фу, говно. Ебать, тварь, не делай так больше. Так. Ладно. Всасывать воздух ртом. Да, вот это ужасно. Что я сделал? Подышал. Как сказать тебе? Дыши меня сопливо. Блин, ты поставила дерево туда, куда я хотела поставить. Вот. Все. Да, норовая, конечно. Ты себя скинул мне или не скинул? А, нет, еще. А чем ты занят все это время? Молодой человек. Как называется? ОБС. Ай, блядь, кто нахуй?
Я тебя под жопник дала. Иди сюда. Да я тебе под жопник рукой дала! Ты чё, блядь? Я, извини, с копьём дышал. А чё вы тут построили, уже перестроили? Или вы тут нихрена не делали? А, я внутри чищу пока. Чё чистишь? Там плохо все по дизайну. И стены в говне каком-то. Дизайн. Надо, если что, вот эти три стола, которые ты смотришь, снести и поставить один большой, но справа, чтобы он не мешал проходу. Там, видишь, проход, и эти три стола мешают. Надо сделать один и большой. Давайте. Может быть, тогда смотри. Давай не один большой, а смотри, два вот так, вертикальных. Два, ну, вертикальных, как, да, чтобы они не мешали как проходу. В этом... Как это топор, да? У викингов. Да-да-да, как у викингов. Или... Топор, да. Это топор, да? У меня есть топор. А, есть? Ну все. Ой, нихуя пернул сервер. Вон, все нормально. Ну все, вырубай там все под ноль, нахуй. А потом люди говорят, не матерись! Ты меня... Я такой, хуя. Ты меня в разнорабочие записал? Да. Да, люди, а вот конечно, охуели от того, что тут Майнкрафт. Ломается, ломается, все ломается. Какие люди? Уже никакие. А что у меня сломалось? А, кирки. Бля, металл улетает, если честно, просто очень быстро. А, у меня же есть рудный этот. Не-не, у меня есть блоки рудного железа, их можно переплавить. Чё китик тут мяукает? Его можно рыбой покормить, и он будет твоим, как, ну, типа, за тобой будет питомец. Ходить. Питомец. Да-да, питомец. Только ваша проблема в том, что у меня нет рыбы. Рыбы? Ну да, надо ловить удочкой. Он сидит и дерет диван. Варь, ебаный. Сори, это не family friendly стрим. Да перед кем ты оправдываешься? Больше никто ничего не перед говорил. Перед новой пока. Аудиторией Майнкрафта. Да никто не придет. Ну и ура. Не переживай, никого нет. Ну он пишет в чат, новая аудитория. Он все еще дерет свою когтеточку. Свою когтеточку в кавычках. Да я не это хотела сделать! Чего ты сделала? Я не хотела. Ты убила кота? Я не специально. Ты убила кошку? Я не специально. Специально. А потом, ой, девочки. Я отвлеклась удобно. На дварфа. Случайно отвлеклась на дварфа и потом случайно замахнулась топором. Да. Случайно там была бабка-проценщица. Идите нахуй. Не хотела. Все так говорят. О, я жарю курицу. Надо... Чтоб а, да, там новая жарится. Система. Она сама выпрыгнет. Прикол. Там можно сразу туда яичко кидать, и будет курочка с яйцами. Яички? Типа яичница с курицей? Да, да, да. Прикол. Но система такая, то, что ты подкидываешь на еду. И типа разные можно комбинации туда сочетать? Да, тут больше 1000 рецептов еды. А-а-а, прикольно. Тут 4 мода на еду. О, вот она. Жареная курица. И они все компилируются. Ням-ням-ням-ням-ням-ням-ням. Друг с другом. Вкусно. О, вот яйца у меня тоже есть. Шок, у Нинора есть яйца. Одно яичко как только он? Можно положить. Одно у тебя яичко? Нет, можно положить только одно. А.
Где тут крафтильня? Там еще можно сварить. Крафтильня? Они это там нельзя приготовить. А, подожди. А, они пирог, сразу пирог? Все варятся. Подожди-ка, оно выглядит как один. Да, да, так. Так, сразу. А вон куча яшенек уже вижу. Ха, это... Смотри, если сундуки не подписаны, можешь в них вообще все что угодно кидать. Но если подписаны, то нажимай стрелочку, там, скинуть такое же. Это карта. А где обычная? Обычная что? Крафтильня у вас тут. Ну, скрафти еще одну. Да вот она, нашла уже. Нашла? Да. А что я хотела скрафтить-то? Я не помню. А чего я хотела сделать? Не, надо будет, конечно, подшаманить, чтобы у тебя было 60 FPS. Ой, я могу просто удочку сделать. Да, можешь. А чем мы подшаманим? Надо нитку, палку. Ну, настройки подкорректирую. Че подшаманить? Ты имеешь в виду про игру? Да, да, да. После стрима только. Так у меня же будет новая система лица, у меня, наверное, вряд ли будет так сильно напрягаться все это. Не-не, у тебя лагает, скорее всего, знаешь почему? Потому что слишком мало оператива мы выделили игре, и поэтому она пердит. Майнкрафт этот жрет 10 гигов, а у тебя выделено 8, знаешь, чуть-чуть не сходится. Окей. Что я хотела сделать? Что-то я говорил. А я ничего не говорила. А, удочку. Говорила. Ты хотела удочку. Так, удочку я уже сделала. Мне нужна это... Как ее? Не, просто надо рыбачить. Нет, мне нужна... Мне нужна она. Так, это нет, это лопата. Мне нужна... Так, это мотыка. А кто мне ответственен? Нужен топор. Вот. Топор один есть. У меня салат есть. Топор есть. Латук. И вот это. Хва. Все, омега-разрушитель готов. Готов. Хаба, хаба, хаба. Блин, почему в этой игре нет музыки? Есть, но можно еще проигрыватель поставить. Сыграй мне что-нибудь. О, я могу тебе сыграть, хочешь? Да, погоди. Давай. Я тут кое-что настроил. Да, я видела. В своих путешествиях, да? В своих странствиях. Я нашел рецепт, имею в виду. Угу, гнида. А мне можно рецепт? Три бамбуковые палочки рядом делаешь. Весь рецепт. Ага. Сейчас принесу тебе его. Угу, вот он. Так. Вот он. Хай. Все, давай, подыгрывай. А чё так мало играешь? Мало? Ну да, ты сразу же сбил мелодию. А, так я выбираю, их тут много просто. О, Карабрейв. Ей! А, нет, это Крипер? Это не Карабрейв совсем даже. Да, это Крипер. Это Крипер? Я такого не знаю. Это клип известный. О, вот это... Из Майнкрафта. Из Майнкрафта. Мне она нравится, она миленькая. Ее, кстати, на этом играть, вот на той хуйне, которую ты хочешь купить. Как называется? Вот на ней. Мандолина, мандолина. Да, да, да. Что-то такое. Ну, на, короче, я тебе скинул удочку на пол. Ой, удочку, лейт. Вот, как поиграть. Клава. Чат, наверное, знает, но мне ничего не говорит. Чат, как обычно. Калимбо? Да. Лопата. Хочу себе эту штуку. Лопата. Куда ты положил ее? Хорошую. А, на полу по центру валяется. У тебя места в инвентаре нет просто. А, да.
Сейчас съем салат. Плавай. А все больше не лезет. Кость. Я могу пожарить кость. Горячий какой-нибудь скинь. Пожарить кость. Бедная Костя. За что его так? Не, нельзя кости пожарить. Почему? Вот флейта. Да, зажимаешь правую кнопку, если не нравится трек, еще раз зажимаешь. Да, сегодня что-то промыто. Все? Еще заново пошла. Сегодня день какой-то сонный опять. У меня нормальный день. Я хорошо поработала сегодня вполне. Так ты хорошо выспалась. Ну, не совсем. Так ты хорошо выспала. А ты про это? Мы ни разу не играли, кстати, в него. У нас просто людей мало. У меня его нету. Не, у меня просто нету его. У меня тоже. Among Us. Ты Among Us или Абобус? Да и тем более неинтересно было бы играть в Among Us. Ты бы каждый раз первая вылетала в космос. Да блин. Я бы просто говорил, то, что ты виновата. И все такие, а ну да. И выкидывали бы в космос. Ты что? Вот так, да. Главное, в чат не сказал, а написал. Только сейчас... А, это правда! Она заметила, беги. Так, и теперь нужно перестроить, да, получается, столы вот да, эти. Надо... Хоба. Сделать два длинных. И прям притык делай вот эти так. Сидушки. Они... Тут они были на расстоянии, это тупо. Я не шарю. А из чего делать? И просто из блоков? Да, да, из блоков. А по центру были блоки красивые. Если что переделаешь. Тут выросла радужная берёжа. Осуждаю. Жесть. Подожди, себя одобряю. Не, подожди. Ну, пока ладно. Не понял. Так и чё там, обычные берёзовые брёвна? А? Почему я тут не могу поставить? А, там какой-то уебищный блок, сломай его и поставь дерево. Там какой-то блок, наверное, нот или еще какой-нибудь хрень. Это ж не мы строили. Все равно не могу поставить. Так, сломай его полностью и туда поставь. Да я сломала! Ну еще сломай, ломай пока не можешь ставить. Ой, там что-то странное, нет, это мои ноги. Блять, вот это уроды! Ай, что это такое? А, это ноги. Что это такое? Это худшее, что я видел в своей жизни. А, это мои руки. Иди это. Что это за блоки такие? Там блоки, на которых надо писать новости на стене, как-то типа стенографии. А почему они? И тут... они почему-то на полу. Ну, это вот такая генерация уебища. Челы думали то, что это красиво, реально. Ладно. Челы реально думали то, что это красиво, прикинь. Ну ладно. Нет, ну, но они хотели разные текстуры, чтобы были. Ну да, да. А?
О, это новый торговец, интересно, такой. Или тот же самый. Привет. Это тот же самый. Ну, нахуй. Я просто уже новый. Ах, это ты. Иди нахуй. Скажи, Ванка. Иди нахуй. Иди нахуй. Кончились. Кто? Темные дубовые штуки. Блоки. Там где-то они в ящике где-то есть. Там ящик с деревом, там были такие. Информационная доска. Информационная соска. Ее никак нельзя использовать, это просто блок. Не, ее надо поставить и на стену, и написать на ней что-то. А, ты поставила не той стороной, там с одной из сторон есть текст. Серьезно? А вот с какой стороны? Блять. Жиеза. Деева. Говножопа. Говножопа? Говножопа. Комарджоба. Значение знаешь? Нет. Типа привет? Типа пока. А, кошка, ты куда залезла? Ту нет, блин, ты ничего. Ни с какой стороны. Ха-ха-ха, она реально верит мне. Молодцы, как она играет на одной, она флейт. Сука, я уже 10 лопат потратил. Тварф мне написал один ах. Ну так это ж это. Скажи, банк. Нет, это все он специально. Ну, значит, он грубый человек. Ты че? Блин, я как будто бы делаю этот деп. Жесть. Нора вступила на путь кринжа. Да. Дебает. Ну что ты дебаешь? Ты вообще видела себя? Ты дебаешь. Угу. Как же вкусно, сука. У меня кошка на плече это... сидит. Как это попугай, уже блядь. Чипсики, что я ела. Какие? Скажи, давай. Мне прям надо рекламировать, что ли, или что? Да. Угу. Потом люди скажут... Блин. Потом люди скажут, а мне не понравилось. Верни мне деньги, я потратил на них. Не знаю. Их людей надо банить в чате. Ебаш, мне похуй. Тварь прыгающая. Извините, я голодная. Стрим по Майнкрафту. Стрим по чипсам. А по пепсам? Нет, пепсов нету. Блин, сегодня это... У меня, короче, в ленте 4 витубера, у которых редебюты. What the fuck? Uh-huh. Я думаю, что у них онлайн такой большой? А там редебюты у всех. Мне бы в один тоже день. Сделать. Ну да. У тебя тоже скоро будет редебют. Угу. Будет такой редебют, жесть. Как же охуенно. Тварь, ты в шахте копаешь? Так точно. Где это ваша шахта? Покажите.
Выйди из дома, найди меня, я тебе покажу, где шкаф. Найди меня, я тебе покажу, где шкаф. Тупо закапывает меня под землю. Да. Тут дождик немного красиво на полу. А, вот, ага. Это тут, вот-вот. Смотри, иди сюда. У меня много красиво. Вон туда иди. Вот видишь, смотри, вон там колодец, за ним колокол, и туда дальше проходишь, увидишь огромную шахту такую каменную. Ты не пропустишь. Ладно. Дворфийскую крепость увидишь, ты на месте. И спускайся по ней там вниз максимально. Там, кстати, красивенько. Варф понаходил в шахты. После пустыни? Никуда, ты не... Не Нор, ты в упор мимо, назад, назад. Она прям рядом с колоколом. Ты не пропустишь, сказал он. Ну, она в пустыне, да, но она в начале. Ты вроде просто по стриму очень далеко ушла. Где ты? Я теперь возле торговца. А погоди, это не та пустыня, что ли? Короче, мистер Твен сам не знает. С другой стороны дома. А, так тут с двух сторон колокола стоят, слышишь? Угу. Так, а я не думал, что с двух сторон. С другой стороны, Минор, обойди дом. Понятно. Там, где колокол, с другой стороны этого дома, там есть дворфийская крепость. Где туда? Мяу. Я еще смотрю, тут что-то там не так. И правда. А где звенеть будет этот колокол? Или нигде? Нигде. Просто берешь его, ударяешь. Ты еще говорит. Чья мусорка тут? Мусорка — это колодец. Или я что-то. Туда а, это моя шахта. Это моя шахта. Чья мусорка? Я когда ее увидел, так же сказал. Про себя. Ничего, ничего, земля круглая, блять. Вот, на, держи там. Ничего, ничего, не Нора проснется, а под кроватью динамит. Нифига, у тебя тут какой подкоп уже. Тебе тут уже пора бы. Тебе пора бы уже тут тележки ставить. Он там уже целый день. Ни хрена тут. Кстати, да, прикинь, можно же эти тележки с авторазгрузкой загрузить, чтобы она до конца разгрузилась и обратно. Почему у тебя, блядь, слаймы ходят и мороженое растет? Что? Мороженое что? Растет? Да. Вар, почему у тебя эскимо растет? На палочке. Почему оно у меня растет, а я не в курсе. Давай, Бадима! У тебя павуки тут! Ты вообще так тут ты не куда следишь, ушла? Да? В темноту не ходи, там же все освещено. Ай, я умерла. Но... Хорош. Там не все освещено, неправда. Так надо по свету идти. Ты в тьму куда-то убежала. Я умерла. Там же дорога из света, не просто так. Или ты подумала, дорога из света выглядит как ловушка. Пойду к тьму. А меня никто не спасет, да? Да не, я до времени. Секунд 30. Угу. Ну, добежу. Ты пошла налево или направо? Она пошла в тьму. В тьму. Ну, кстати, у меня тут реально все освещено. Куда ты пошла? Я не знаю, как она нашла тьму у тебя. Как-то вот только в моем сердце.
Минора был убит по вулку. Не, серьезно, куда ты пошла тут все в факелах? Я возродилась в стартовом месте. Каком? Это мой подарок. Ты хотела телепортировать? Я подарок не забрала. Потом заберешь. А, вот куда ты ушла. Вижу. Вижу твой хладный труп. Ну да, я в ту сторону не ходил, там красивенько. Я думал, вы туда пойдете изучать данж. Там красиво. Понятно. Ага. Ага. А вот колокол. Колокол. О, бренчит. Блин, тут реально мега охуенно. Ну все, я уже иду. А что ты назвала сервер? Новый этот. Сервер витуберов. Я пока а еще никак не назвала. Почему у тебя на стриме нет ни меня, ни Дварфа? Жесть, ты чесала. Потому что ты мне не скинул ничего. Кинул? Так у меня нет уведомлений в стрим. А? Мог бы сказать. Я сказал. Нет, не сказал. Что у тебя тут такое, блин? Проверочные вот эти вот у тебя какие-то эти. А. Это защита от этих. Мобов? От меня, мобов. Да? Да. Пойдем, вещи заберешь, если они у тебя были. Сейчас поставлю. Да, конечно, пса. Были. Ну, типа, если что, вот следующий спуск с шахты, он прям напротив. Вообще никуда идти не надо. Я. Куда? Мне надо вернуть вещи. Которые что-то слишком до хрена оказалось. Все, забрал. Это самый нижний ярус. Тут идет добыча алмаза. Oh my God. Что-то ни одного алмаза не нам дам. Ну, блять. Да. Грубо. Ты реально вот так симметрично строите шахту? Ебать, это жутко выглядит. Ты в мою не спускалась. Вы шизоиды или что? Что с вами такое? Ты в мою еще шахту не спускалась. Что это? Как долго это длится? А, вон там это, по блоку, да, отмеряют. Так это нормальная стратегия. Жаль, это за жуть такая. Так работают дворфы. Не надо теперь. Дворфы будет делают страшно. Огромные ущелья. А это просто какие-то. А, думаешь, они сразу это делают? Без понятия. Я что, дворф, что ли? Ну все. Я докопалась до какой-то темной руды. Смотри, там, если я дальше не копал, скорее всего, там лава впереди. Либо я заебался в эту сторону копать. Колотый глубинный сланец тут. А еще тут темно, у меня нет факелов. Но зато у меня есть фонарь. Почему тут музыка такая жуткая?
Welcome, ебать. Добро пожаловать в мой мир. Будь неловко, если сзади заспавнится крипер. Ладно, я тут фонарик повешу. Она просто фонарик сзади, типа, ну как-то в руках держит, а сзади-то темно. Ну да. А в темноте ебаки спавнится, а на той глубине там и скример может напоймать. А, вы не знали, да, тут есть ебаки, которые скримеры кидают. Меня это пугает, блять. Это, кстати, не шутка. Я не про то, я про вот это вот, вот это, блять, все, вот это, что это за пиздец. Вообще, нормальные игроки? Да. Мне нравится, что она и тебя в этом обвиняет. Да, да, да. Хотя я копаю еще более безумно. Я копаю от первого до самого низа. Сейчас я посмотрю на твою дыру. Такую расщелину. Да, у меня там лабиринт, блядь, безумца какого-то. Помнишь на сервере на прошлом, где я копал? Там же просто щель была, разрез великий ножом. Вот так я копаю. Просто по два блока срезаю до самого дна. Самое забавное, что вы находитесь довольно близко. Вы друг друга скоро вкопаетесь, нет? Кто? Так я не копаю больше. Двар. Да, почему? Ладно. Ну, двар по пещере теперь есть. И мы в его пещерку будем ходить. Тут у тебя куча камней. Причем у меня несколько уровней пещер. Я тебе добавила еще других. Сланец тут есть. Теперь от меня лично. Теперь. Гладкие камни вот вам тоже, нате. А ты мельницу-то показала на стриме, которая работает? Да. А залазила туда? Нет. Туда можно залезть. Да чего ты всем уже все показал, уже всем не интересно. Так у меня нету твоих зрителей. Никого. Да, я вообще один стрим. Прикинь, это даже не стрим было, просто шизофреник. Да, конечно. Да и вас нету. Почему у тебя факела потушены? Почти все. А, они со временем тухнут, слышишь, двор? Я думал, затапливал. А, точно, двор же, блядь, воду разлил мне туда в шахту. Падла. Как тут поджечь их обратно? Да я ебу, зажигалкой. Не, слышишь, двор, мне кажется, она реально тухнет со временем. Вот эти уебищные факела надо делать из металла, который всегда будет гореть. Я уверен. Ты уверен, что они всегда будут гореть? Ну, вот именно из металла, да. Поэтому 100% нет. Ну, кстати, да, вот эти вот деревянные потушенные, вот рядом горит. С металлом, да, горит. Угу. Привет, новичок в чате. Или не новичок. Новичок или не новичок? Не, это кома. Что-то... Да, чего? Там ауф цитаты, читай. Мне это надо читать, точно? Да, читай. Путешественник сотни миль начинает с одного шага. Дурак обвиняет в ошибках других. Умный себя, а мудрый никого. Поднимаясь в гору, не бей ногами тех, кого обойдешь по пути. Ты их еще встретишь, когда будешь спускаться. Если хочешь, чтобы люди шли за тобой, иди за ним. Ауф. Ауф. Да! А! Ты чё? Да летучая мышь. Чё она выскочила на меня? Тварь. Тут пока побудет. Это всё? Да, я думала, что тут будет что-то поэпичнее. Так не, я заебался и дварфа позвал. И это все, а да ты вообще копать. Не очень глубоко покопал-то получается. Ну да, я просто лабиринтик мини построил. Двор, ты любишь копать? Я люблю копать. Вот видишь? Ты даже на лабиринт не тянет, тут даже нет развилок. Какая она грубая. Сам такой. Ты, блин, этот построила? Кого я тебя должна построить? А-а-а.
А где стол? Ты разобрала стол и ушла? Нет, у меня блоки кончились. Как они могли кончиться? Ты 3 стола разобрала, и тебе не хватило на 1? Да. Я хотела 2 сделать. 2 больших по бокам. Так, блядь. Нинор, иди сюда, вернись. Что тебе надо? Давай. Фонари куда-то спиздила, сейчас мобы тут будут резаться. Вернись. Я уже их расставила. Кого, фонари? Так они же тут стояли. Чтобы мобы ну, не спавнили. Ну, я их забрала. Ебать. Ахаха. Че ты думал? У тебя фонари? Не, у меня. Пошел нахуй. Главный по фонарям. Пиздец. Фонарщик. И что ты разбираешь это все? Смотри, вот иди сюда с фонарем, смотри. Вот видишь, вот залезь на стол. Смотри, тут из вот этих блоков, вот этих, вот так сделана основа стола, а потом из полублоков присоединены, смотри, вот, вот присоединен из полублоков. На X нажми, да, и присядь, и посмотри. Или прям на C вот ляг. Смотри, как он устроен. Поняла? У тебя должно быть куча полублоков и куча вот этих. Вот так, ну и там и сделай большой такой стол. Боже. Только вот тут, смотри, с этой стороны, вот этой стороны, вот где я. И вот на тебе блоков. Из них можно, кстати, сделать полублоков. Таких, у меня есть в ряд, полублоки. Да? Окей. Вот тут делай огромный стол с этой стороны. В три ряда. Вот так в 3. Я не хочу в 3 ряда. Я хочу 2 больших вот так. А, ну да, 3, 3, 6. Вот 3. 2 отступаем и еще 3. Даже 3 надо. Нет, отступить. Вот так, вот так. Да. Нет, какие смотри, не норм. Вот. Подожди, вот, смотри, вот первый ряд. Это мы просто проход. Вот, второй ряд для сидушек. И ну третий ряд уже стол. 1, 2, 3. Вот, 3 вот этих. Это уже сидушки. Ну. И вот начиная с вот этого, вот с вот этого, где я, вот тут делай один большой ряд. Вот из этих блоков делай ряд до конца. Где-то до сюда вот. И потом от них ответвление... Через одну. Ты можешь смотреть, стой. Вот сюда прицелься, на вот этот бок. На вот этот бок прицелься и просто поставь. Да не, вот на блок, на вот этот. На вот этот блок. Да, вот. Бум. Бля, ну там теперь некрасиво. Ладно, сейчас я выберу. И через одну делай потом. Вот так. 1, 1, 1, 1. Да чё, чё раз одну? Ну, вон как тут. Вот с этой стороны смотри. Смотри. Вот так через одну делай. 1, потом полублок. 1, полублок. 1, полублок. И где ты полублок ставишь? Ну, вот сюда сидушку поставь. Вот сюда полублок, а вот сюда сидушку. Угу. Да, и вот там сидушку снизу, получается. У тебя должно быть сидушек куча. Я знаю. Вот так? Во, да. Во, смотри, видишь, я типа могу сесть теперь сюда за стол. Пан. Ну я же не знаю, как это все работает тут. Угу, ну я вот тебе объясняю. Может даже 2-3 там делать. Так как для красоты хочешь? Пусть будут 2. Ну, типа, вместе сидят, прикинь. Да, главное, жесть. Чтобы красиво выглядело сверху и симметрично. Если какие-то блоки кончатся, говори, тут еще столы можно разобрать, если что. Они тоже тут лишние, вот тут, где я, смотри. Я вот поняла. С этой стороны. Да. Я поняла. Потому что тут будет конвейерная лента, скорее всего, там нахуй не нужны столы. И ну, тут ладно. В каком-то из ящиков еще мне где-то 12 идушек. Да просто воруй и всех убивай. Неплохо. Так, Нинора, этим и занята, подожди. Чё? А, ну, типа, убиваешь всех. Вору убиваешь. Ничего я не убиваю.
Предапкам. Куда пропал? Это Кобзон. Это Кобзон? Ты всегда Кобзона с кем-то путаешь. Почему? Неправда, потому что у меня очень плохое зрение. У меня буквы сливаются. Ну да, у тебя далеко стол стоит. Этот экран. Стол какой-то. Так это и есть стол. Не, он типа говорит, нахуя стол, просто вору убивай. Yes. Поп. А потом у тебя кубки, там чаши, банки. Только делай симметрично, ладно? Спасибо. Псих. А то я с массой туда. Псих. А что если это задуманная асимметрия? Ну я не хочу асимметрию. Мы в Майнкрафте, блядь. Задуманная асимметрия — это дизайн. Я таких, знаешь, дизайнеров в рот ебал. И просто сейчас... Мне нравится. Надо не себе... надо меня в рот ебать, ладно? Да я не про тебя. А про кого? А тебе все расскажи, да? Да. Смотри, еще что прикольно можно сделать. Елёвый лук. Эдвард хочет. И надо лампы на них поставить красивые вот эти. Смотри, еще что можно сделать. Смотри. Минор. Типа, вдруг надо еще место. Прикинь. Это еловый люк называется. Из елового дерева делаешь люки. Да. А ты тут забыла на углу. Слышишь, на углах забыла тут еще. Я думала просто оставить так. Не-не, тут же, ну, некрасиво. Это ж стал. Во. И смотри так. Оп, нифига, да? Три, оп. У меня ситошки кончились. Их скрафтить можно. Как она называется? Посмотри. Сломай одну, посмотри, как название. Они там где-то в ящике есть, да, куча. Ну и ты можешь там сломать другие столы. Да. Это пуфик, да, там какой-то? Как он называется? Коричневое сиденье. Так, оно крафтится из одной шерсти и одной плитки. Одна шерсть, одна плитка. Там где-то было шерсти куча. Плитка чего? А, ну, деревянная плитка. Полублок. Которым ты делала... Все, сломалась? Кирка? Да, нормально. У меня две их. Окей. Я тут, смотри, доски скинул. Сбери. Люки. Вот тут на мне. Вот тут люки валяются. Подойди. Ну все, спасался. Угу. Понятно. Понял. Принял. Так, а что у меня сломалось? Топор, да? Ну, потихоньку это место превращается в дом из мусорки. А поставила вот свечки, как их поджигать? Зажигалкой. Дать зажигалку? Давай. Сейчас принесу. Если чем, можно вот... Подожди, вот ты ставишь одну свечку, она будет очень плохо светить. Надо 4 свечки ставить в один блок. Еще раз нажми, 4 раза, 3 раза еще. Еще. У меня больше нет таких. А, ну там сломай потом их сюда, до хера там. И обычные тоже надо в 4, иначе не светят плохо. Еще, еще. Ну, сломай одну, поставь рядом. Во, и теперь вот так зажигаем, и теперь светится. На. Та-дам.
Супа айдол, ой. Так, я хотел... Где тут металл? Да, с железом все плохо. Чё? Железа мало, железя. Мало, железя. А, это кусочек. Если чё, Дварф, у меня тут несколько стаков угля, если тебе надо. Ну, можешь железо поменять на уголь. Кусочки серебра. Там оно в печке должно быть. Окей, сейчас приду. Трам. Так, я говорю, что. Так, с другой стороны, да. Надо везде тоже железные двери сделать. Это заебали зомби, они двери открывать умеют. Обычные. Не железные. Или это... А, это из анонизунных плит, точно. Надо каменные. Скорее всего, да. А, каменные нажимные плиты. Деревянные слишком легкие. И мобы могут нажимать. Чё-то не поняла, это полублок или не полублок? Светогриб. Ладно, не все так выглядят. Что-то не получается. Чем? Что именно? Ну, не садится так, как надо. Так ты села? Или так и должна быть. Что-то полублок, не полублоковый какой-то. Так ты сидишь? Что не так? А, вот железо нашел. Так. Я тут тебе дерево еще кучу принес, слышишь? На всякий случай. Ну все, у тебя печки углем забиты по фулу. У меня пофиг кончились. Спизде. Там где-то были в ящиках они. А из ниток можно шерсть сделать? А, ну да. Я могу тебе кучу шерсти дать. Они одна шерсть, один полублок. Пуфик делается. Несу. О. Саженец апельсинового дерева. Так, где ты? Вот ты. Во, уже выглядит как человеческие условия. Так, вот. Может 16... Но смотри, надо покрасить сначала шерсть. Чтобы цвет был, может другого цвета сделать. Это вообще какого не, цвета? Нечем красить. А, там куча цветов в ящиках. Цветы просто один цветок кладешь в этот в создание, ну, и у тебя будет краситель, да. И ты можешь смешивать цвета, чтобы любые оттенки получать. Я бы хотела погулять куда-нибудь. А меня в рабство запрыгали. Да. О, смотри, что я придумал. Я хочу что-нибудь поделать. Погоди, смотри. Вот так, да? И вот так. О, я рога на стену повесил. Смотри, прикол. Рога на стене. Ничего не вижу пока. Чё?
Вон рок на стене. А что вы? Вы же на стриме, идите на мир исследуйте. А, Нинора строит то, что разрушило. Я строю поневоле. Поневоле. Отпусти. Отпусти. Ну ладно, пойдем. Пойдем гулять. Выкладывай все лишние вещи, бери оружие. Пойдем. Я оружие, да? Оружие где? Сейчас дам тебе. Только мне больше выкладывать некуда. Все заполнено. Там вон тут ящиков, кто хуя. Новый поставь ящик. О, я тебе дам сейчас еды крутой, смотри. Какой? Шоколадные пироги, на. Ууу. Сейчас оружие тебе еще достану, и пойдем исследовать. Оружие. Какую-нибудь пику тебе хорошую. Блин, тут нет нормальной пики. Сейчас скрафчу тебе пику. Нужна нитка. Вот это. Это. Своеобразно. На, железное копье, где ты? Чё ты сюда, красительский? Нихуя себе размер. На. Так. Все, идем. Ты еду взяла, еда есть. Хавай. Так. Я была очень голодная. Да, сейчас тебе факел нормальный скрафчу, чтобы в руке держать. Я могу тебе фонарь один дать. Не-не, у меня вот такой есть, смотри, красивенький. Я с таким похожу. У него белый свет, мне нравится. Так, смотри, нам надо вон куда-нибудь туда. Пойдем. Так, все, я готов. Еда есть, пойдем. Все есть. Пойдем. Мы идем в поход. Дварф, ты копать или с нами? Я копать. Та-дам! Так, надо только одно дерево спилить, ну, чтобы были блоки. И пойдем. Так, надо вот это вот так, и вот так. Все, идем. Теперь точно готов. Пойдем. Там саванна, там жарко. Пойдем правее куда-нибудь. У тебя компас с собой? Компас? Нет, я ничего не взял. Блять. Ну компас надо, вдруг, чтобы не потеряться. О, Дварф, у тебя с собой компас? У меня нет такого добра. Блять. Сам выложил, на меня спирает. Нет, твой компас просто остался в этом. Побудь там, сейчас я приду к компасу. Твой компас остался на персонаже, ой, который умел. Все, пойдем. 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 Где ты? Сзади тебя. Так, на. Поставь его также в слотик. Помнишь, как ставила? Пойдем. Чтоб видеть. Да, мы идем. А куда видеть-то? Он у меня отображает мое предыдущее место. Нет, жизни, это, а не это. Вот World Set Spawn. Куда он у тебя показывает? Точно. Ну, меня вон туда показывает, вот куда я смотрю. Вот туда. У меня туда же, но дело в том, что воскресло-то ты появилась на спальнике. В старом доме. На спальнике, да. На старом каком? Спальнике. Ну. Ну, на кровати своей старой. Бля, пойдем, ну, да, ты поспишь, да, тогда. Так я и говорю. Поспишь. Все, пойдем поспишь. Точнее, не поспишь, а просто ляжу, чтобы тебя засчитало. Ну, да. А я про что? Ну, ладно, все тихо. Я за кроватью. Так кто тут есть в кровати, вот. Это мои. Вот. И Дварфа. Блин, а я уже поспала тут. Точка спавна в чате вдвоем... была? В чате было написано, что точка спавна. Я не увидела ничего в чате. Нажми на ТЭ. Ничего нету. Ну все тогда. Ложись рядом, вот сюда. Это что? Ты поставила сюда эту? Ладно, пусть.
пусть будет. Ложись, вот. На третью слева. Самую левую. Там в чате должно быть точка спавна изменена. Нету такого. Значит, надо ночь. Двар. Чё? Надо, чтобы все поспали. Прям сейчас? Да. А кровать у меня спижена, да? А ну тащи свою дворфийскую жопу. А, броню снять. Да. Спим. Все, теперь есть точка возрождения. Все, теперь пойдем. Спасибо, дворф. Угу. Одеваемся. Ой. Туда. Я просто хотел туда пещеру дворфа пойти. Там что-то было. Дворф в пещерку хочешь? Ай! Ты чё, бля? Там автодвери. Ай. Блин, нужно нормальные бункеры делать с мясом, и это надо фермы этих продуктов. А то мы хлеб, я вот хлеб ем, и у меня быстро падает еда. Ну да, довольно логично. У тебя вот хорошая еда, но у тебя ее мало там, да? Она тоже быстро упала. Ну если что, у меня есть там эти. Это что же по сути хлеб? Ну да, но он там чуть. О, тыквы, слышишь? Тыква. Я заберу тыкву. Из них можно пироги наделать тыквенные. Yeah. А тыквенные пироги — это тема. Идешь? А, овечка надо зарезать. Или что это, корова? Что это? Зарезать. Умри. Оп. Ты овцу убил? Да. А, так тут пляж. Что, поплывем? Хочешь поплыть? Пешком? У тебя кораблик есть? Да, конечно, есть. Ну, пошли. Окей, let's go. Окей. Let's go. Блядь. Да я факел под воду утопил. Так. Поехали. Эй. Ты за мной? Да. Броню надень, надела, да? Ну, я только штаны. Угу. Mm. Да пойдет. На, запомни, куда мы едем. Ой, я, кстати, уже какой-то лагерь вижу, ты видишь он? Или это просто дерево упало? Не знаю, я упало. Вижу только деревья. Да, это дерево упало. Ой, что-то пробую. Блин, я даже дудочку не взяла. Упущение. О, я вижу, смотри, вон. А можешь скрафтить себе? Вот из трех. А, не, это сахарный тростник, это не бамбук. А знаешь, что мы не взяли? Факела с тобой не взяли. Ладно. О, это лаванда справа растет. Красивая. Лаванда. Ебашит сразу. Ну блин. Я в башне, если что. Под ноги смотри, там эти расщелины на полу. Не упади. Лав. Ты упала, да? Нет. Тихо. От третьего лица сложно играть. Понял. Ой, блядь. На, сука. Где? Ой. По тебе уже ебашат? Ебаш, ебаш. Копьем, копьем. Убила? Хорош. О, курица. Стой, 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 стой. Надо, надо ножом их убивать. Да? Да, это, и, там ресурсы x2 тогда, если ножом их убивать. Окей. Забирай. Пшеница. Все, что видишь, лутай.
А, сверху пауки! Минора! Бля, надо закрыть. Да иди нахуй. А и вон там сверху через дырки лезет. Я закрыл. У них теперь только один проход. А, ну или сзади спрыгивать, как этот дурак. Аккуратно, там чем выше, тем сложнее. Ебашу, ебашу, ебашу. Если у тебя мало хп, отходи и хилься. Так, надо покушать. Ух ты, блядь. Ух ты. А, я застрял! Нормально, нормально, нормально. Да, надо бы факел сюда. Я никак не сломаюсь. Давай разрушим. Да. Не-не, киркой, киркой. Оп. Готово. А, окей. Так. Надо покушать, прежде чем идти. А, тут сломано, да? Подожди, сейчас починю. Так. И а сломай нет. Штучку. Мечом, меч, да, оружием, оружием ломается. Быстро. Чё там? А, понял, сейчас. Ой, 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 отходи. Тут их много тут. О, один хп. Фух. Я хилюсь. Фух. Ой, скелет, у меня один хп. Ой-ой-ой, пиздец, я упал. Выжили. Ой. Понял. Поползай вниз, чтобы забрать лут. Ну, снизу. Надо все-таки я броню одеть, слышь, полный сет. Я Анна. Думаю. Наверное. Для чего-то же ее придумали. Ну да. Как же громко я ползу. Так, ладно, я за армором. Тра! Я родился. Так, где ты? На, вот так, вот так. Так, по оружию. На мотыгу. Давай посмотри насчет оружия. А? Там переплавляется 50 кусков той стали крутой. А, ну потом уже. Пока так, попиздимся, как бомжи. Я тебе дал гигантскую колотушку, Минор. Пойдем пиздиться. Я уже взяла ее. Так, нам в другую сторону, погоди. Так, ну мы вроде вот так пошли, да, там, к воде и поплыли. Ой, бля, я с этой стороны еще ничего не оформил. Аккуратно. Ой! Так, да, вот мы вон туда дальше вроде пошли, и там будет море. Okay. Так, без брони пока. Ой, без это, без стамины тягко. Там потом зачарование будет на минус вес у брони, и там нормально дышать можно. О, выдра за тебя! Там выдра ходит, смотри. Вон она, выдрочка! Странная. Я на берегу, если что. Жду тебя. Посмотрела на меня так. Сверху вниз. Ну ты и рыбку не дала. Все. Не друг. Там голубой омар. Слышишь, я вижу. Голума. Голуман. Вон, смотри, снизу. Видишь, плавает. Вон его видно. Ага. Прикольно. Садись. Надо его съесть. Да, доберемся до него. Голуман.
Если что, у твоей штуки огромная КД, но она очень больно бьет. По мне не ударь. Допустим. Так. Тихо, ты ничего не видел. Новый день, новый день. Пойдем драться. Ну, точнее, надо собрать свои трупы, кстати. И броню одеть дополнительно. Ах ты, сука. Аккуратно. Ядовитый паук. О, убил его. Хорош. Так, это мой труп. Угу. Двор в подземелье. Баши. Я кушаю. На, блядь. Надо спавнер ломать. А где мой факел? Такого не получится поесть, да? Нет, надо приготовить. Я, походу, факел проебался куда-то. Бывает. Так, надо мусор скинуть, типа. Вы тусите, а дворф копает? Это да. Да. Дварф любит копать. Эй, лучник лох. Он сгорел. На. Ой, блядь! Тут еще их. Нам надо пробраться на крышу и сделать там свет. Не, надо просто сломать спавнеры. Ладно. Ой, блядь, еще это. Башу. Трям. Так. Съем. Смотри, чтобы у тебя еда полная. Мне нечего была. Есть. Хилиться быстро. Нечего? Так, на. Я скинул тебе 10 хлеба. У меня есть любимая еда слизней. Ну, ты вроде не слизень. Пока да. Что. Пока что? Пока что не переродилась, да? Ой, ебать их там! У вас что-то дохуя, нет? Ребятушки. Тут, если что, нельзя светом убить спавнер. Его надо именно разрушить. Киркой. Mm-hmm. Что ты там, не можешь зайти, подожди? Да! Да, Нинор, отойди. Ой. Да, бляски зомби, отойди. Да чего так много? Ты упала? А, вижу, да. Сейчас я убью сначала, но болт. Да, убей сначала. Давай. Мы там не можем. Я думаю, что мы зайти не можем, а там этот. Подожди, сейчас я прорублю проход. Все, теперь можно зайти и сломать спавнер, ебучий. А где спавнер? Подожди. А, он спрятан. А! Сука, умри! Умри. Ням. Там где-то спавнеры спрятаны, слышишь? Я не понимаю, где. Еще выше есть проход там. Так это да, это же башня. Ой, ты умерла? Я так лежу. Иди сюда, спускайся. Я не пойду туда. Там же дохуя. У меня миллион стрел, я не вижу вообще ничего, у меня весь экран забит. Давай, ползи. Так, поднимайся. Чудом. Ну и так улетает из-за того, что мы так много умираем. Ну-ка, если пострелять в них. Время пострелять между нами пальцем. Да иди ты нахуй. Я знаю, что надо сделать, но для этого надо сначала просто зайти хотя бы туда. Ах, блядь. Да иди в пизду. Не надо его туда.
Так, все, я пробрался, слышишь? Фавнер надо найти, где-то тут он. То я вот уверен, блоком, что он наверное. Тут. А, вот, да, вот тут, за сеном, спрятан. Ебашу. Ну да, вот он. За сеном. Ломай киркой. Все, супер. Больше не будут эти. О, подожди, там какой-то хуй. Ладно, все, пофиг. Ой, по тебе сверху стреляют. Так, тут сундуки, подожди. Мы не залутали. У тебя уже места нет? Да. Да я мусора набрал всякого, не нужно. Так, все. А тут один сундук, что ли? Подожди, тут еще должен сундук. Ты там как? Ой-ой-ой. Нормально? Ой-ой. Ходи. Ой. Давай, ебля. Ой, жесткая ебля. Ты, если чего, прям очень издалека можешь бить, я аж это, копье. Я знаю. Бля, там пауки. Он спавнер пауков выше. Надо заделать дырки. Ой, убей. Умри. Так, где еще дырки? Вон. Так, ищи спавнер. Ломай эти. Нашел спавнер. Эй, че с ним, ты дурак? Я не знаю, он с ума сошел. Не мог выбрать, кого первым атаковать. Как-то свечки не светят. Так, потому что надо 4 свечи, иначе они плохо светят. Что-то уж слишком плохо. Тут еще сундук. Возьму их себе. У тебя броня... О, погоди, у меня есть сапоги, я сапоги выбил. Слышишь? Я тебя скину. Mm-hmm. Вот валяются сапоги на полу. Одень на себя. Надень. Что? Ну, типа, шелки. А. Достижение, что оно значит? Без понятия. Или камушка. Что там? Они упали? Иду. А, я медленно иду. Я не могу забраться. Да иди. Нора, я не могу забраться. Ты умерла? Блять, не вижу ничего. Падай сюда ко мне. Падай. Все, замри. Окей. Ой, у меня хиты 0. Так, а чё тут проблема? В чём? А, вон, видишь, там полублок. Я полублок. Ну да, да. Я убрал его. Можно залезать. Бля, надо сначала мобов убить. Упс. Я тебя защитила Вупсин? Своим телом. Упсин или пупсин? Надо пробегать, пока у них спаун КД есть, слышишь? Надо пробегать. Ты мне мешаешь пройти просто. Ох, ебать тут. Это что за паук какой-то? А где спавн? Ты видишь спавн? Бля, там слева где-то стреляет. А, вон, вижу. Сзади тебя, а не слева. Ты упала? Бля. Иди ко мне. Я вот перед тобой, чел. Так там стреляют. Как я тебя резко? Меня аж убьют, у меня мало хп. Блять, он идет, погоди. Да ты чё, еще убей меня, давай. Но у меня еды нету. Танк из меня не очень вышел.
Ты умерла, да? Нам может за едой пролить мне туда пока ты. Так, а что толку? А, вон вижу, слева где-то спавнят, слышишь? Ох, ебать их там. Где-то вот тут спавнер, я увидел, горит. Это только блядь, один нет. Из... Ой, а у меня нет хп, слышишь? Я ухожу. Пока. Давай ко мне. Я тебя даже, наверное, резнуть не смогу. Ты доползешь? Да, вижу, ползешь. Прикинь, честно, я умру у тебя из-за того, что нет еды. Пойдем обратно домой, нам за едой надо. Иначе мы недолго тут не выдержим. Вот тут чем выше мы, тем сложнее. Весь прикол этой башни, я так понял. Понятно. Ладно. Так, где-то тут была наша лодка, где как она? Как ты там это выяснил, я правда не понял, но ладно. Ну, вначале у нас был 2 скелета, потом 3 зомби, а потом зомби и скелеты, потом пауки, зомби и скелеты. Ты чё там? Помоги. А, все пришли? Где он? Может, меня сейчас убьет. Отстреливаюсь, давай, ползи! Ползи, я отстреливаю. Всё, я застрял. Ползи! Все, уходит. Идем за едой. Садись. У тебя стрела в голове. О, что это было, погоди. Ты что-то подобрала, что ли? Ладно. Дварф ВК. Ладно. Да вообще сегодня АФК. Да, сегодня такой день АФК же. Ну я смотрю, типа, ну так-то в среднем зрелы на Твиче поменьше сегодня. Угу. Так, давай, пойдем. Ой, побитые, бля, бля. Домой идем чисто. Без ног, без рук. Да. Сейчас надо лут весь скинуть. И со стрелой в жопе. Да, и со стрелой в жопе. А, у тебя буквально стрела в жопе. Ну да. Я на стриме увидел. Это смешно. Так, вот тут еда надо. Сейчас скинуть мусор, покушать. Взять с собой побольше еды. Так, где тут мусор можно скинуть? Тут где-то ящики были. Плевать, во все, в любые ящики скидывай, что можно. Потом рассортируем. Надо еще ящики скрафтить, да? Сейчас скрафчу еще ящик, погоди. Тут все полные, мне кажется. Так, вот, еще ящик. Вау. Ты там можешь просто стрелочку вверх нажимать, чтобы скидывать похожее. Я так и делаю. Так, мне нужны стрелы. Ой, извините. А у меня стрел нету, да. Фига мы луков навыбивали. Надо объединить. Ну там скелеты или лучники. Ну да-да. Так, у меня копье, кстати, сейчас сломается. Как у тебя с оружием дела? Нормально. Ну, копье наполовину где-то. Еще дубинка есть. Окей. Наконец кончилась жара. Можно жить без вентилятора. Поздравляшки тебя. Почему ты это говоришь не нам, а в чат?
Он АФК. Ладно. Не у компа. А. Могла бы догадаться, тупая стримерша вообще. Грубо. Ну почему вы все так мне говорите? Я сама себя обзираю. Ну ты грубая какая-то. Кто оспиздил всю мою яичницу? Не я. Вообще все, ни кусочка не оставили. Ни кусочка. Там куча еды, там ящиков с едой миллион. Нинок, что там рядом еда была? Ты забрала? Тут есть блинчик. Сколько? 9. Ну это мало, ты видела, сколько там мобов? Видела. На самом деле, я что-то сказал миллиард, а так-то еда-то кончается. Тут есть сырая баранина, картошка, сырая. Ну, сырая, да, иди жарь. Иду жарю. На сковородке. А, Чао забала не добавила? А... Так его надо включить. Спонтанно, да, спонтанно включил уже. Я ничего не надо проверить вообще. Надо проверить, работает отключено. Ли вообще на сервере это. Так. Ой, из картошки ничего нельзя приготовить. Супер, ее можно жарить сразу. Курица во фритюре, фига себе. Как это из картошки нельзя ничего приготовить? Что за фигня? Ну, в плане, не, именно комбинировать, знаешь. Почему это странно? Только жарить, варить. Рагу какой-нибудь не сделали? Рагу. Так, именно вот печеный картофель можно уже с чем-то объединять, а сырой нет. Почему? То есть ты объединяешь печеный картофель с жареной говядиной, это будет фаршированный картофель, например. Или, например... Котлета плюс лук плюс жареная картошка плюс рис плюс миска будет стейк с картофелем. Ладно. Че он готовится, я не пойму. Или ты все всасываешь? Походу ты всасываешь. Надо лук выращивать, капусту. Клевер. Клевер равно капусту. Ты не еда, что ли? Я не понимаю. Чё ты? Так она сырая. А, ее надо поставить, да. Ее надо ставить, и так есть. Как это? Она типа большая. Ну вот, смотри, правой кнопкой ешь. С пола, как собака. Серьезно? Да, да. Это типа украшать столы блинчиками. А-а-а. Пойду украшу. У меня бафы, стол. Да, да, тут бафы от правильной еды. Так я и говорю, надо вот эти рагу делать именно... Чтобы у тебя было рук, ой, зерна, протеины, овощи, сахар в одном. Чтоб все давало. У меня есть 7 мясных стейков, они хорошо хилят. Я какую-то вкусную нямку съел. Няма? Плюс 2 сердца, ну да, у меня тоже плюс 2 сердца. У меня плюс, не знаю, вообще, наверное, их нет. Ну, у тебя ряд сердечек, и над ними еще. Ты, кстати, не на фул отъедая. На фул отъедайся, чтобы полностью было. Как это не на фул? Ну, у тебя, видишь, не на фул. У тебя сердечки регенятся, и у тебя забирают эти. Вот это вот, вот это вот. Я, кстати, хочу слетать в новую эту. Вон на объедине с картошкой что-нибудь получится. А на Г нажми, ну вот на картошку наведи, нажми на Г русскую, и там все рецепты картошка. С картошкой. А, ну, смотри, надо свекла и картошка, да, например. Это из простых.
И все. Это из простых все. Остальное вообще пиздец. Короче, картофель. О, ты мне стейк дала. О, у тебя рагу из баранины, на, еще тебе, раз не у тебя есть. Сейчас я дожарю картошку, и можно идти. Ой, это можно приготовить. О, желуди можно жарить, слышишь? Будут эти каштаны жарить. Свиная рулька вышла. Ого, это какой-то редкий, слышишь, тебя прокнула рарка. Класс. Я мега-повар сегодня. Сначала пицца, теперь свиная рулька. Да, ты сейчас съешь, тебе баф. Тебе баф даст лютый. О, реально баф на 3 минуты дала. Да-да-да. Как посмотреть, какой эффект через... Сытость. А на Е нажми, и там справа. Сытость 1. Ну, сытость, оно дает сытость. Типа, это understandable. Окей. Okay. Ты готова? Пойдем. Пиздиться, да? Не, ну раз уж у меня есть сытость, то надо ее использовать. О, у меня... А, о, мне твоя сыр, эта свиная рулька выпала. Хе, я себе заберу там вторую. Давай. Так, с какой стороны выходить, я забыл. Не знаю, как обсидиан, воду в лаву или наоборот? Надо, чтобы вода налилась на лаву. С обратной, я думаю. С обратной, да, с обратной. То есть, чтобы лава была разлита, кубик, и на нее попала вода, и тогда будет обсидиан. Но если что, мы не сможем сейчас... в этот попасть, в Незер. Ну, нам нужно найти сломанный портал в мире и там найти ключ, типа в виде слез портальных. Вот просто так тут хуй попадешь в Незер. Так и котик. Незер тут трудный. Котик, котик. Нам пока да. Рано так он думать. Да, да, там, вообще, там демоны, если что, там реально демоны ебало вскрывают. Демоны! Демоны! А, стол зачарователя? Ну, я уже сказал, как. Надо... Пойдем. Выдра. Усатый. Усатый-полосатый. Кто так, мяукает? Погоди. Кто мяукает? Просто тут выдра. Выдра. Выдра мяукает. Разве? Нет, ты слышишь, да, да, где-то да, тут в кусту. Вон там белый котик. Котик. Застрял в кусту. И кота убила. Еще нет. Я пытаюсь его достать из травы. Вот, мы его освободили. Она убила котю. Мы освободили кота! Ну это можно назвать освобождением. Боже, Владик. Ой, только сейчас заметил. Что за головы тут, слышишь? Я, вот не, я уже давно их заметила. О. Эй, отдай мне голову. Я хочу голову. Муай. Муай, это что? Она светится золотым. Мне кажется, это что-то крутое. Для каких-нибудь ритуалов, слышишь? Можно я сделать... Думаю. Можно сделать этот, как его... Прикинь, забыла. Кого? Завернутое в лаваше мясо. А, с шава? Овощами. Да, шаурму можно сделать. О, так это надо из выращивать мяса. Что, лук, капусту, лук пшеницу и разводить баранину, да? Овечек разводить. Барбекю на палочке еще можно сделать. И пастуший пирог. Нихуя. О. Ну тут по еде вообще красиво все. Я тебя у воды жду. Ворона. Ворону можно съесть? Да, кстати, прикинь, обычный желудь дает 3% протеина, и это отвратительная закуска. А жареные орешки — это уже 7% протеина и легкий перекус. То есть имеет смысл жарить. Он в 2 раза сильнее баф. Мы опять забыли факела с тобой, да. Чтобы хотя бы видеть, что там произошло. Да, что-то вообще. Я все выложила вообще. Ну, хотя у меня был хотя бы фонарь был до этого. Твой фонарь там.
Ну все тогда. Пойдем. В атаку, братья! Кто братья-то? По крови. Может, я первый? Я все-таки в алмазных, брат, этих. Ну, иди. Так, короче, сначала всех убиваем, потом ищем спавнер. На, блядь. Умри, умри, умри. Там еще где-то, вон паук. Вон портальный нет. Паук. Ой, он какой-то страшный. Ищи, 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 ломай, ломай, ломай. Паутину ломай. А вон нашел, нашел в центре. Сломал. Теперь ищем сундуки. Так, один наверху сундук, смотри. Я уже видела. Так, ты возлутала наверху который? Нет еще. Так, какой-то мусор поскидывать сразу, чтоб не мешался. Вот это. Так, тут что, только два сундука, погоди. Реально? Редстоуновая пыль. Окей. О, редстоун нужен. А ты что-то воняешь. Чё? Ты воняешь. Да я первый пойду, опять раз. Сам ты воняешь. Ну от тебя пузыри газа какие-то. Потому что я сытая. О, тут какой-то призрак летает. Отвлекай, отвлекай, ломаю, я ломаю. Сломал спавнер. Отходи, кушай. Пока это. Тут какая-то хуйня летает. Я ее ебну. Тут, слышишь, это блоки костей. Они нам очень нужны. Прикол. Это кости, типа, какие-то. Фига, там фея какая-то летает. Да-да-да, какая-то тварь летает. О, кто это? А, это Рейдин, да, вроде. Да-да, там. О, вон он сзади, ебашу. Я уже убила. Блядь, чины. Не вовремя это делает. Что она делает? Она с мобильника запрыгнула и начинает все скидывать. Она воняет? Она воняет. Ты залутала сундуки? Да. Чё, что-то застряло тут. Так там, может, это, паутина? Нет, а, не, над тобой. Да. Сломал. Ой, сколько тут этих вреден, надо спавнер вреден сломать. А как ты тут забирялась? Ты постоянно меня заблочила. Чего я тебя не заблочивала? Я сама ломаю, еле спавнер. Забралась. Так, это один, а тут их два, наверное, спавнера, нет? Ладно. Не знаю. Я пойду вниз, это внизу еще не долутал. Карта оживленных руин у меня есть какая-то. О, звучит круто. Я череп нашел. Буквально. О, потерная труба. О, это офигенно, это в аксессуары можно надеть, слышишь? И на Z приближать. Это круто. О, прикол. Да, это прикол. Я тоже подзорную трубу нашел. А куда ее одеть? Или просто в инвентаре держать? А, просто в инвентаре, да, держать. И на Z можно приближать. А тут еще одна подзорная труба, слушай. Построишь? Не-не, дальше не надо. Блять, полублоки эти ебаные. У меня просто нету блоков. Надо мусор поскидывать. Кожаная конская броня, ну и кал. Ей мыться нельзя? Кому? Я что-то проебал, двор? Кому? Кому мыться нельзя? Женщинам? Ну почти. О! О!
Это был не блок. Определенно. Да, все, я построил. А, они. Отойди. Они сломали все. Маскируются. Давай, прыгай. На самый верх. Ломай. Отойди. Или тыл сломай. Топором. Залезай. Вау. О, нифига. О, у тебя есть зажигалка? Это надо поджечь? Или это просто для прикола? Вау. Там паук. Это типа маяк? Это типа пламя Гондора. Да, типа маяк. Ну все, забираем все это. Тебе. Смотри, сколько золота. Ёбнешься. Жесть, тут золото. Сколько блоков. Победа! Я... Нам бы еще победу. Мы зачистили эту тварь. Все, пойдем домой. Ты упал? Да так. Ты чуть? Не, ну башня крутая. Пойдем. Так. А где можно выкинуть? Погоди. Я бы забрал тут еще вот эту хуйню. Вот 3 стрелы выкину. Факел заберу, этот красивый. В руку себе. Но это все-таки одно железо. Я не хочу терять такую штуку. Это факел? О, вот. О, вот еще факел. Горячая штучка. Двор сгорел. Угу-ха-ха. Он умер. Смейтесь. Проебал весь лут. Минус сет брони алмазный. Так. Вообще-то нет, сказал. Да я знаю, что ведро лавы набрал, дай пошути. Светимся. Ты устал уже? Да. Неплохо башню зачистили. Да. Злой сидит, сука, смотри на него. Не, Майнкрафт вообще чил, тем более с такими модами. Крутыми. Ладно. Пойдем разгружаться, скидывай все. Да. Блин, а то, что мы нашли, сколько это? 5 блоков золота. Фуф, мы богаты. Фу. Смотри, что у меня в руках. Бабки. Видишь? Блять. Иди в пизду. При чем у меня в руках? Сейчас. Там просто пенис. Мясо. Это лучше, мясо, чем бабки. О, крипер! Крипер! Кстати, а еще тоже... один! Да. Ёбки, блядь! Это контент я понял, там под конец. Я понял, зачем этот мод на, ну, на замедление. Смотри, там из печек дым валит. Я только сейчас заметил. Ига. О, паук! Про, убей он нахуй. О, миленько. Да. Я зашел домой. Только если я смотрела на вид. Лайф? Да. Перед тем, как выйти, только это, не забудь все ресики скинуть. Ой, кота. Ой. Кстати, у меня есть интересная такая штука. Вот если я заберу. Интересно, да. В этом мире сейчас есть живой Федот? О, они все мертвы. Просто интересно, или они все ссыкались? Что? Ну. Икались. А. Типа с икались. Да.
А, это вот так работает. Нифига себе. Чё? Короче, вот этот ящик, вот ящик, который стоит, в него можно кучу инструментов положить и на особую кнопку выбирать нужный тебе. И у тебя все инструменты будут занимать один А, слот. быстрый слот. Прикинь. Да, это быстро слот. А-а-а. Надо Круто. теперь настроить только другую Не работает кнопку. хуйня с лавой, что-то по-другому как-то. Ну, значит, надо искать порталы сломанные по миру. Извините. А, погоди, у меня прям анимация идет, когда я нажимаю Ну приближение. да. Приблизь. Ладно. Что? Не, прикольно то, что руку дергаю. Ну, в плане. О! О, зомби рейд! Нас рейдят! А чё их так дохуя? Ты чё, твари? Тут слишком Их реально вкусно много. пахнет мясой. Да. Может, они мстить пришли, я не знаю. Когда узнали то, что на стриме женщина. И На, что короче, тогда? все, ну, типа, прибежали. И начали говорить, фу, женщина. Я тогда офстримчик, потому что все равно залипает что-то. Давай. Мяу. Вот так вот Спокойной сегодня ночи всем. получилось. Да. Немножко Магму через промывку. более чулово, чем обычно. Ну да, такой. Ты все скинул, Иди да, что-то сюда, было? иди рядом со мной встань. Привет. Со мной рядом Это. встань. Вот. Типа, всем пока. Всем пока, до новых встреч. Спасибо всем, кто посидел на стриме. Вот, я пойду ничего не делать. Всем пока. А вообще есть хочу, пиздец как. Вот, так что покорми меня. Пока, Ладно. пока, 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 пока. Настройки управления. А.